Девочки, девчата, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Виктория. Я из Украины, живу в Германии, девочки. Всем добро пожаловать на мой канал. Сегодня вот такая вот распаковочка. Я распаковала сразу же парфюм, потому что, чтобы не шерушить, вот эти вот ароматы, их очень тяжело раскрывать, слюду, да, с таких вот упаковок. Вот, поэтому я решила это, чтобы не на камеру, вот, а открыла, сейчас буду рассказывать. Вон пакетик стоит, вот, вот такие вот мешочки, видите, ложечки, такие вот мешочки. Вот большой мешочек для большого парфюма, маленький мешочек для маленькой миниатюрочки. Вот, такс, девочки, я думаю, вы уже поняли, да, что я купила. Я, когда пошла в бутик Dior, попробовала новинку, ванила Диорама. Я просто влюбилась. Вы знаете, есть два аромата, без которых я не могла уйти. Две новинки, да, без которых я не могла уйти с магазина. Один вот, ванила Диорама, мы с вами поговорим о ней сейчас. А второй на днях тоже распакуем, сделаем как обзорчик. Вот. Так, девчата, значит, смотрите. Ванила Диорама — это новинка 21 года, аромат только-только вышел на осень, на зиму. И вторую миниатюрку я выбрала — Табака Лор. Это тоже была новинка лета, весны-лета. Вот, в общем-то, две новинки, да, сейчас вот, значит, девочки, ванила Диорама. Ой, я просто влюбилась, я не знаю, это настолько красивая, богатая, такая не сухая, не кондитерская. Я даже не знаю, как описать эту ваниль, которая звучит в этом аромате от Dior, да. Здесь ваниль для меня вообще другая. То есть, ну, есть ароматы ванильные, кондитерские, да, есть такие сухая ваниль, как это часто делает Дом Герлейн. Есть ваниль такая, как специевая, да. Есть ваниль, которая вот ставит нам в кендл, свечи, в свечах. Вот здесь ваниль, мне кажется, немножко такая вот как специевая, да, и немножко как кондитерская. То есть, ну, как будто бы вот две ванили вместе, немножко вот вы слышите, как будто отголосок свечи какой-то, и как будто бы вот какой-то пирог ванильный, вот, то есть вместе, да. И вот это вот все еще окутано, посыпано сверху какао, таким нежным, нежное такое пудровое какао, как будто бы вы зашли в Starbucks, купили себе кофе, не кофе, а такой вот, там есть такие напитки, я уже не помню название, там очень много, но есть один напиток с какао, мой сын часто его берет, там ванильный он такой, с какао, со сливками, вот это вот мне напоминает этот напиток. Это так красиво, и еще это все украшено такими, такой сухой корочкой апельсина, вот как будто бы тоже порезали апельсин на маленькие долечки, засушили эти долечки апельсина, сверху посыпали какао, налили чашечку кофе, всунули туда, я прошу прощения, не всунули, а добавили туда стручок ванили. Вот, и рядышком горит свеча ванильная, и лежит вот это вот много этих корочек от апельсина засушенных. Вот как-то так это звучит. Это очень красиво, это очень благородно, это очень уже по-весеннему, это очень так, знаете, вот чувство у меня с этим ароматом. Хочется плед, хочется, чтобы было холодно, чтобы даже шел дождь, возможно, чтобы был такой серый-серый день. И вот ты сидишь у окна, укрывшаяся, закутавшись пледом, в руках вот эта вот чашечка этого кофе, играет тихая музыка, и вот эти вот апельсинки такие с какао, раздается вот этот вот аромат на всю комнату, горит свеча, то есть, ну, это вот что-то вот такое, какое-то настроение, понимаете, даже Новый год, вот уже какие-то фонарики, огни, хочется, чтобы было вечер, выключить дома свет, понимаете, или чтобы не было солнца, то есть, вот такой аромат, я бы надела такой аромат на свидание, в ресторан. Мне кажется, это очень так по-вечернему женственный, очень такой красивый, сладкий, гурманский, специевый парфюм.
Очень красиво, очень вкусно, очень стойкий. Я вот сейчас я в нем, я уже нанесла его тоже. И в бутике меня так хорошо им орошили. Просто консультант там меня просто с ног до головы этим парфюмом. Мне кажется, я благоухала вообще на весь магазин. И я когда шла по улице, вот я от себя слышала, это было так приятно. Вот хотелось плед, какую-то книгу, вот как чашечку кофе и просто сидеть, вот смотреть фильм, смотреть в окно, вот слышать, как идет дождь, вот такое вот настроение. Очень-очень рада, очень красивая новинка. Вот. Дальше меня спросили, что я хочу, да, какой парфюм, какой аромат я хочу, чтобы они мне дали в подарок. Потому что всегда в бутике Dior, когда вы покупаете какой-нибудь парфюм, вот из вот этой вот эксклюзивной линейки вам предлагают какую-нибудь миниатюрку. Вы выбираете себе сами. А миниатюрка 7,5 мл, то есть достаточно такой, знаете, ну, объем парфюма. Вот. А при нашем количестве, да, с вами девочек, парфманьячек, мне кажется, что нам и такой миниатюрки иногда достаточно, потому что если уже у тебя за 100 флаконов, то, мне кажется, и больших флаконов уже не надо. Но, конечно, это эстетика, мы хотим видеть красивый флакон, чтобы он у нас стоял, вот это вот чувство, когда вы распаковываете аромат, наносите вот эти первые какие-то впечатления, прожить с ароматом день, это всегда так красиво, так запоминающе, так эмоционально даже, я бы сказала, правильно? Поправьте меня, девочки, если я не права. Вот. Дальше, девочки, что я выбрала, да, какой второй аромат я выбрала, какую миниатюрочку? Табак Алур, конечно же, Табак Алур, потому что Табак Алур мне понравился тоже очень сильно. Я когда попробовала его, по-моему, в начале июня, если не ошибаюсь, как, да, по-моему, и я попробовала, я с ним походила, мне тоже он очень нравился, я пошла домой. Потом, когда я решилась, через неделю пошла покупать, его уже не было. Как-то очень долго не было этого аромата у них. Потом я улетела в Украину. Вот, и потом, когда вернулась, уже он был. Но когда вышел вот эта вот ванила-диорама, я очень ждала. То я уже поняла, что мне это бакалор и маленького хватит, что мне нужна эта ваниль. Вот так, девочки, аромат Табак Алур. О чем этот аромат? Этот аромат об алкоголе, о табаке, о цветах, о специях. То есть где-то они перекликаются, вот это вот своей такой вот, ну, то есть там какао, здесь кофе, да, здесь такой больше табачно, кофейно, какой-то, может быть, коньяк или ром в этом парфюме, потому что есть нотка алкоголя, присутствует очень четко. Какой-то шоколад даже. Вы знаете, что мне напоминает Табак Алур немножечко? Ну, то есть они разные совсем, но перекликаются. Angel Share от Kilian. Видимо, вот эта вот алкогольность, шоколадность, чувство вот этого какого-то шоколадного брауни, только разбавлено еще табаком, понимаете? То есть очень красивый табак, здесь такой сладкий. Если Tom Ford там сухофрукты, ваниль, табак, то здесь кофе, шоколад, табак, алкоголь, понимаете? То есть здесь уже это съедобно, это тоже, кстати, это звучит шикарно. А вот этот парфюм у меня ассоциируется сразу же, что вот хочется тоже надеть какие-то рваные джинсы, какие-то лодочки или, возможно, кроссовки, какой-то кроп-топ, наверх пиджак, распустить волосы, напялить на себя куча-куча бижутерий, сесть в красивую машину, врубить музыку вообще на весь салон и просто ехать, открыть окно, чтобы вот волосы разлетались и играла громко музыка. Вот такое вот, знаете, вот с ним такой какой-то вот стрит-стайл, парфюм, вот, то есть вот это больше такой уют, да, какой-то домашний, с любимым человеком, вот, то есть здесь такое уже что-то немножко дерзкий, немножко такой стрит-стайл. Оба аромата очень стойкие, достаточно стойкие, что один, что второй, вот, значит, ванила-диорама продержался на мне до 10 часов, вообще весь день, ну, на волосах я слышала еще на следующий день. Табак Алур тоже, Табак Алур вообще, это что-то типа амуажи, он настолько стойкий, он настолько такой громкий, сладкий, шоколадный, очень, как Angel Share, вот, очень стойко, очень надо, вот здесь надо с дозировкой аккуратно,
То есть, если вы вот этим обольетесь, ничего страшного, вам будет уютно, то здесь, мне кажется, нужно немножко, да, поаккуратнее, потому что аромат достаточно стойкий, резкий, громкий, достаточно плотный, вот, достаточно сладко-шоколадно-алкогольный. Вот, но оба аромата очень красивые. Вы знаете, ну вот чувствуется, что в люксе такого нет. Вот скажу честно, вот я в люксе такого не встречала. Все очень красиво скроено, ну как умеет Франсуа Димаши, да, вот это его вся линейка вообще эксклюзивная, мне кажется, это все вот как его платье из его коллекции, да, всегда очень экстравагантно, всегда очень женственно, очень дорого, очень вот так вот лакшери, да, ну то есть вот такое вот так же и в этих ароматах, вот точно так же, девочки. Я надеюсь, я достаточно хорошо вам рассказала. Буду ждать ваших комментариев, ваших лайков, ваших подписочек, девочки. Вот я, видите, я не зажгла свои свечи. У меня такая вот красивая свеча здесь стоит, но я ее не зажгла. Потом зажгу. Я сама себе сделала такую экибану. И вторая свеча тоже. Такие свечи с розочками. Я, кто любит свечи, пишите, я очень люблю. Все, девочки. Спасибо всем за просмотр, всех благодарю, всех целую. С вами была Виктория. Скоро выйдет еще одна распаковка тоже шикарного аромата, в которого я тоже попробовала и ушла вместе с этим ароматом. Всем, девочки, пока. Всех целую, всем хорошего дня, хороших выходных.